В этом году традиционно на Савеевский источник слезы Казанской Божьей Матери на крещенский молебен собрались православные прихожане из Десногорска, Рославля и окрестных деревень. Как обычно, праздник начинается 18 декабря в сочельник. Все собираются к источнику на совместный праздничный молебен. На источнике около часовни, особенно красиво и торжественно. В этом году погода удивила своей непредсказуемостью. Не было трескучих крещенских морозов, зато снег валил такой, какого не было еще за эту зиму. По народным приметам, если в сочельник идет снег, значит год будет плодородным. Снег утром в крещение обещает теплое лето. После молебна настоятель храма в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, протоиерей Виталий, совершил водосветение на источнике Казанской Божьей Матери и на колодце в честь Серафима Саровского. Прихожане окунались в купель, набирали освященную воду, чтобы унести ее домой.